За звание самых умных в легендарной игре «Квиз плиз вновь сразятся жители Камчатки. Команды сойдутся в интеллектуальной развлекательной битве уже 26 июля в арт-кафе «Глобус». С каждой новой игрой желающих попробовать свои силы в масштабном мозговом штурме становится все больше. Правила игры довольно просты. В течение двух часов и вам надо отвечать на вопросы. За правильные ответы вы получаете баллы, которые могут принести победу. Классическая игра состоит из семи раундов и 45 вопросов. В команде может быть от двух до девяти человек. Игра открыта абсолютно для всех. Все подробности и расписание следующих игр можно узнать на официальном сайте проекта pc.quizplis.ru.